Будем все туда. Рапунцель, выгоните. Мама сегодня моя пришла и говорит, я что-то не пойму, ты что так за Рапунцель заступалась, говорит, в последней серии. Я говорю, мам, ну человек беременный, вот что ты хочешь вообще? А что, у нее не накладной живот? Я говорю, нет, мам, не накладной живот. Ну, не знаю, не знаю. Короче, вы, походу, мыслите все, как моя мама. Не, ну просто у меня такое отношение. То есть для меня, когда женщина беременна, это как вот священная корова.